добро пожаловать на канал, я Жанна, и сегодня мы с вами прогуляемся по одному из старых районов Токио, здесь в Японии. А это когда-то в далекие времена он был самым главным развлекательным районом, также районом красных фонарей, который сейчас, как вы знаете, находится в Шинджуку. Но когда-то, да, этот район был самый интересный, сюда приезжали отдохнуть, развлечься, повеселиться. Также здесь находится один из старых храмов буддийских. Туда мы сейчас с вами направимся, и я вам покажу немножечко сам район, разные улочки здесь также известные. Улочка, где с покон веков, можно сказать, можно было купить разные сладости японские, ну и, конечно же, сувениры, какие-то поделки, которые производят именно здесь, в Японии. Это одна из улиц, которая у нас покрыта крышей, под крышей. Вот сейчас мы начнем прогулку с этой улицы и плавно будем переходить в другие районы, квартальчики этого района. Так что посмотрим, что у нас тут интересного. Ну, конечно же, сам храм. К сожалению, погодка у нас немножко не задалась сегодня, дождик. Так вот мы с вами стоим у одних из ворот храма Сенсоу-джи. И дорога в храм ведет, у нас уже там видно немножко на горизонте, я думаю, видно вот там чуть-чуть. Как раз дорога в храм вот идет через знаменитую улицу, где можно купить различные сувениры, сладости. Диски с древних времен, эта улица известна тем, что именно сюда приезжали и покупали разную продукцию японскую. Мы сейчас идем туда, посмотрим, что там у нас внутри. Вон. Огурец на палочке. Все-таки накрыл нас дождь, но ко всему надо быть готовым. Я тут такая вся в целлофанчике и зонтиком, чтобы не замочить камеру. Дошла таки до храма. Еще одни ворота. Хотим тут зайти. У нас, видите, все какое мокрое. Все с зонтами. Улицы мы дошли до еще одних ворот. Кстати, карта, оказывается. Это мы дошли до Хазомон-гейт. Вот он, эти ворота. За ними уже сейчас будет у нас храм. Так, а вот это у нас с этой стороны, это пагода. Пятиэтажная. Вот смотрите, красиво как. Все красиво, только жалко, дождь идет. Дождь, дождь, уходи. Больше сегодня не приходи. Но дождь не останавливает никого. Ни туристов, ни меня. О, красиво, смотрите как. Надо сейчас сделать фотографию. Вот так вот у нас вид на храм. Какой красивый.
красочный, есть там красненький. Кстати, это реконструкция, так как сам храм был разрушен во время Второй мировой войны. Так что это уже не оригинал храма, а его реконструкция. お疲れ様でした。よかったら。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。
Спасибо, чёрт. Здесь у нас находится информационный центр для туристов. Вот в таком интересном здании. Район Асакуса. Прямо напротив храма.